Куда надо что-то делать? Ебать, Филипп Бедросович, сколько идти? Там уже дохуя подниматься, ты бишь сейчас устал. Там сейчас можно будет сделать. Аккуратно, Лукаш, ты если упадешь, то всех за собой почем нет. Быстро пойдем. Пройди за этим. Спускаемся в глубокую баню. Жесть. Тупо винный погреб сотого левела. Думаю, да. Заебывайтесь на работе, я вас заебу тут. На работе в другую сторону. Короче, это мы отмотали, что мы уже накатали, да? А что там много? Ой-ой-ой! Ебать, там еще спускаться и спускаться, нахуй! Жесть вообще! Ты понимаешь? А вообще жестко, слышишь, да? Вот теперь понятно, что на 5 часов проводили. Сейчас много спускаться. Тут столик уже нужно снять с пива, я уже встал. Пристал, бухнул, сказал, перекурил. Я дойду. Ох, веет нормально. Алинка впереди? Ого, аккуратно головой. Каждый раз приминаешься, да? Опа, алярм. Сос. Сос, отсос. Что, там много еще? Да-да, еще нормально. А ну хоть половину, мы хоть половину прошли. На 28 этаж мы только я пердоле. Она не говорила, на каком этаже переход. У меня уже голова крутится, блядь. Костя, так же ты выбрался, как будешь до пекла. Не будет там тепло. Ну, я целый зимний. День до пекла, то в печце огонь заложить. Наши тепло. Слышь, ну я не знаю, снимать можешь, дальше? Наверное, за ступеньку. Не, ну вроде немного осталось. Да ну как немного? Там все выглядывают, когда что тебе немного закончилось. Круто же, еще не то, что у тебя вот так. Не дужу. Не, я что половую возьму. Венцы половую спрашиваю. Сделали уже как для пожарников эти, блядь. Трубы, да. По трубе. Правда, руки сгорят, пока съедешь. Ну да, что штаны прогорят, что руки. Штаны, руки, все на свете, блядь. Не, ну если вазелинчиком подмазать, ну, правда, хера становишься. Ну да. 46. Хотя бы по пути анекдоты проснулся. Думаю, что сейчас не дубчат.
Не. Что там, корок? Что, кому за погано? Точнее не было? Забрал. Да. Слушай, не было. Ага, все назад. Звонить до того, но... Может, плюнь? Не. Назад не. Я перчик, но я тоже стою. Все, пошли назад. А там свет вырубили. За свет не проплатили на нижних этажах просто. Ну далее пекло. Ну, еще тебя забуду. Але в телефонах хочу лампочки. Есть тут твой муж, не бойся, есть. Что, включили, не? Не, нормально. Включили в темноту идти. Все будет с фонариками. Ого, гля, тут исторические надписи. Ну да, с тех времен еще. Я смотрю, он скальные рисунки. Это кто остался живой? Сразу заливаешь в облако и удаляешь. Я нихуя, я скики на фотку, блядь, ни разу ничего не запомнил. За каждую фотку по 10 злотых ничего не видно. А я видел. О, корейские надписи. О, 2018. Фонг, по-любому. Фонг писал почти. Москва. Да, добро, добро. Окей, окей. Да. Я не снимаю. Я не снимал, блядь, я сейчас. Ты видел? Не, фоточку сделаю. Долбоебизм, который мы спускаемся. Так, это же конец? Исходов. Ты там, ты... Ну, там конец исходов.